Так, я хочу устроить рум-тур. Вот тут у нас Сергей живет с Надей. Копошится. Копошится, суетливо. Да. В чьих-то вещах. Грязненьких вещах. Да. Далее. Ну, это для рифмы, я сказал, на самом деле они чистенькие. Далее идет наша комната, ванная. Тут у нас прихожая. Здесь вот мы живем. Такой высокий потолок. Тут за стенкой кто-то из нас будет спать. Вот такая комната. И вот дальше, если пройти. Илюша, ты тоже пройти? Мы увидим такую прихожую. Тут Ульяна просила... Тебе дали одеяло? Да. Надя трудится. Тут комната Лили с Ильей. Мы с ней устроили столовую. Вот у них тут туалет. Вот он, Илья. Илья, помаши себе, ты будешь смотреть когда-нибудь. Да раз, то Илья через 35 лет. 81. Да. Кажется, все правильно. Это у Ильи и Лили вот такой вот прекрасный, прекрасная такая вот зона, где можно гулять, сидеть. И вот тут есть бассейн. Вот такой вот. И там сад. Сад с лимонами.